Более детальной информации, чем у меня, вы не найдете нигде. Всем привет, меня зовут Вова, а это первое видео в 2018 году. Сегодня у нас будет грандиозная распаковка. Сегодня мы с вами распакуем умный дом. Помните, в 2015 году Apple представили HomeKit? Спустя почти 2 года с момента релиза в Украине наконец-то появились гаджеты для умного дома. Они продаются только в Цитрусе. Я когда посмотрел наличие этого товара, сразу решил его заказать, потому что умный дом – это же моя мечта. Управлять освещением с помощью телефона и планшета – это фантастика. Так вот, оформляю я заказ в Цитрусе, а мне сообщают, что умный дом и все вот эти вот штуки находятся только в Одессе. Они недавно появились в Украине. И их еще не успели развести по всем городам, так что мой обзор и моя распаковка будет вторая на русском языке на YouTube, так что более детальной информации, чем у меня, вы не найдете нигде. Так как все, что сегодня мы с вами распакуем, находится только в одном городе Украины, в Одессе, на центральном складе Цитруса, я воспользовался компанией «Новая почта». Мне прислали вот такую огромную посылку, и сейчас мы с вами ее распакуем, посмотрим, что внутри, и, конечно же, протестируем. Минусы посылки в том, что она не картонная, то есть ее не упаковали в коробочку, а это просто обычная полиэтиленовая штуковина, то есть коробка могла легко помяться и потерять презентабельный вид. Вот, я распаковал. Запах очень нового и свежего. Очень интересно посмотреть. Так, что это у нас? Это у нас огромный чек Цитруса. Тут очень много пунктов в двух экземплярах. Также вот такой чек, как он называется, фискальный чек. Потом еще один вот такой мешочек. То есть два вот таких вот мешочка Цитруса. Ну и, конечно же, само содержимое. Это посылка. Это как лампа для лампочки, то есть умная лента, ее можно наклеить куда угодно, она на светодиодах и также управляется с мобильного телефона с помощью ее приложения HomeKit Live Smart. Упаковка очень-очень приятная на ощупь, она такая классная, прям хочется ее трогать, она прирезиненная. И сейчас что у нас есть еще? Вот такая светодиодная лампочка, 16 миллионов оттенков, она также может подстраиваться под ритм песни. Там было два варианта лампочек, одна за 599, а другая за 699. Я, конечно, взял та, которая подороже, потому что она поддерживает функцию синхронизации с музыкой, то есть она сможет менять цветовую гамму, это очень классно. Так что рекомендую покупать именно эту версию. И вторая лампочка точно такая же, здесь больше ничего нету, убираем. Итак, что мы с вами имеем? Это две светодиодных лампочки, которые поддерживают HomeKit на 16 миллионов оттенков. А также двухметровая смарт-лента, которая поддерживает HomeKit. Что же находится здесь, сейчас мы с вами посмотрим. Прочитав более детальную информацию, которая указана на этой коробочке, здесь написано, что эта лампочка работает с iOS 7 и более поздней версией, а также с Android 4.0. Коробочка везде одинаковая, прорезиненная и очень приятная на ощупь. Здесь нету пленки, она просто такая вот открытая, какая есть. Открываем. Вау, ну коробочка правда очень классная. Мне нравится, что они постарались и сделали вот так вот все классно. Так, выдвигается. И сразу у нас лицевая сторона. Нас приветствует бумажечка. Здесь очень много всяческой информации. И, к сожалению, ее нету на русском и на украинском языке. Только английский язык. И что здесь написано, на самом деле, не очень понятно. И вот так вот нас приветствует лампочка Live Smart. Лампочку достаем. Она, на самом деле, тяжелая. Это железо, не какой-то пластик, а именно настоящее железо. В общем, она ощущается и выглядит очень дорого, очень качественная продукция. И сейчас хочется проверить, как она будет работать. Я подготовил лампу для лампочки, и так как здесь цоколь E27, она универсальна и подходит к любой люстре. Что такое HomeKit и как это работает, я уверен, что знают каждый, у кого есть продукция Apple, потому что это приложение установлено на всех девайсах с самого начала. Так что показывать и рассказывать, как это приложение работает на айфонах, я думаю, нет никакого смысла, потому что здесь все работает идеально и безупречно. А вот как это приложение будет оптимизировано под диагональ 9,7 дюймов, то есть на iPad'ах, вот это уже другой разговор, и об этом я хочу вам рассказать. С момента нашей прошлой встречи, вот только что мы с вами видели секунду назад, прошло целых 6 дней. Все это связано с тем, что я пытался привязать умную лампу к планшету, и у меня ничего не получилось. Я решил зайти на сайт Live Smart и почитать информацию, как правильно привязывать и как это вообще сделать, потому что у меня с первого раза ничего не вышло. И там я нахожу информацию, что чтобы соединить умную лампу или вообще какой-то аксессуар из компании Live Smart
планшетом, с телефоном, с чем угодно, нужно иметь вот такую штуку. Это называется док-станция LifeSmart. Я ждал, когда мне... Я снова захожу на сайт Citrus, снова заказываю LifeSmart, снова жду доставку из Одессы, и вот сегодня наконец-то получил док-станцию. Это очень удивительно. Я сначала купил все вот это, а потом узнаю, что нужно покупать еще док-станцию, которая на секундочку стоит почти 2000 гривен. Но теперь я хочу вам рассказать, зачем же нужна вот эта штуковина. Дело в том, что все вот эти умные лампы, приспособления от LifeSmart передают информацию на док-станцию, а док-станция подключается уже к планшетам и к телефонам. То есть, когда я захочу включить лампочку, я захожу в приложение на телефоне и отправляю сигнал на эту коробочку, а коробочка уже соединяется к лампочке. И вот такой вот круговорот происходит в системе LifeSmart. Так вот, совершенно неожиданно, сейчас у нас с вами будет распаковка. Здесь у нас инструкция на английском и на французском языке, или не на французском, но на английском так точно. Ой, такая приятная штучка. Вау, она прорезинена, очень приятная. Это чтобы сама док-станция не испачкалась и не поцарапалась при переезде. Достаем док-станцию, она белого цвета, как и вся продукция LifeSmart. Белый – это пластик, здесь у нас глянцевая поверхность, по бокам матовая и сзади тоже матовая. Так как лицевая сторона выполнена из глянца, на ней остаются отпечатки. Она очень маркая. Очень странно, что здесь нет тул-ножек, и эта штуковина будет вот так вот делозится, то есть она не фиксируется и совершенно неустойчивая. Я понимаю, что это приспособление не на каждый день, я просто сейчас посоединю это к роутеру и забуду на всю жизнь. Она будет стоять вместе с роутером и выполнять свою функцию. К ней не нужно будет подходить каждый день или трогать и перемещать. Ну и все же ножки не помешали бы. Что входит в коробочку еще, помимо самого аппарата? Как мне кажется, провода и всякие крепления. Здесь у нас вилка, европейская вилка с логотипом LifeSmart, а также здесь серийная надпись 5 вольт, 2 ампера и 240 ватт от розетки работает. Зарядка для Android телефонов. Также есть вот такой провод, это провод, который передает интернет, это будет подключаться к роутеру и вот этой бандуре, вот так вот. И еще один провод, вот так вот он выглядит, тоже очень странный, с одной стороны у нас USB, а с другой стороны вот такой вот круглый. Что ж, я сейчас попытаюсь подсоединить вот этот прибор к моему роутеру и надеюсь, что потом у нас получится присоединить все вот это. Так что сейчас я это установлю и мы с вами свяжемся. Так что удачи. Итак, подытожим, что у нас получилось. В общем, сегодня я вам рассказал, распаковал и показал, как же выглядит LifeSmart. Также мы с вами настроили все вот эти аксессуары, а также подсоединили к приложению LifeSmart, а потом к HomeKit. Теперь у нас все работает по беспроводной связи, то есть я могу выключить и включить лампочку, а также я могу поменять ее яркость. Это 100%, а это меньше, и так остается 9%. Или поднимаю на более яркий режим, вот так. Также у нас с вами осталась еще вот такая смарт-лента, но ее мы с вами распакуем в отдельное видео на моем втором канале, так что если вам будет интересно, заходите через пару дней на мой второй канал и вы увидите распаковку и установку вот этой смарт-ленты. Я надеюсь, что для вас это видео было полезным, вы сделали для себя какие-то выводы, но от себя хочу сказать, что вот 4 вот этих компонента мне обошлись почти в 4000 гривен, это очень много. Но с другой стороны, готовы ли вы платить за беспроводные технологии и чтобы это все у вас работало через телефон? Вам больше не нужно вставать и подходить к лампочке, чтобы ее включить. Теперь достаточно нажать на кнопочку телефона и она сама потухнет, либо же включится. Также вы можете настроить отдельные режимы, к примеру, каждый день в 8 часов вечера лампочка будет зажигаться, а скажем в 5 утра будет тушиться. Или же в 10 часов вечера будет включаться на 15%, как ночник работать, а утром уже будет включаться на 100%. То есть можно настроить дом и все эти аксессуары под себя. Также очень скоро в Киеве появится более широкий ассортимент LifeSmart, появятся замки, камеры и брелки. Так что скоро появится больше возможностей для беспроводной передачи данных и вот этого всего. С вами на протяжении этого видео был я, Вова Гура. Оставайтесь со мной и пишите комментарии по поводу LifeSmart. Если у вас остались какие-то вопросы, я на них отвечу. Ну а через какое-то время я сниму отдельное видео о моем методе использования и о том,
какие эмоции я испытываю от вот этого всего, и помогает ли оно в обычной жизни, или же это бесполезная фигня. В общем, об этом мы с вами поговорим в следующих видео, ну а на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео, встретимся с вами уже совсем скоро на моем канале, так что до скорых встреч и пока-пока.